27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады. В мемориальном комплексе «Парк Победы» прошла патриотическая акция, организованная региональным министерством по делам молодежи. Молодежь Омской области сегодня чтит традиции, чтит память, чтит тот великий подвиг, которые ветераны совершили для того, чтобы сегодня молодежь могла жить в свободной стране, свободно развиваться, получать образование. Несмотря на сильные морозы, мемориальный комплекс посетили ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны и жители блокадного Ленинграда, представители молодежных общественных организаций и школьники. Пришли, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за победу. Я многое хочу знать о том, какие предки защищали нас. То есть, как они защищали, для чего защищали. То есть, если бы вот всего этого не было, то нас бы сейчас на данный момент здесь бы не было тоже. Старшее поколение отмечает, подобные мероприятия важны для молодых людей. Свидетели того трудного времени с готовностью делятся своими воспоминаниями со школьниками. Это очень нужно детям знать, как наши отцы, погибая там, под Ленинградом, они за что боролись? Боролись за то, чтобы наши дети жили хорошо. И вот пусть дети знают, что за их жизнь, за их счастливую жизнь погибли миллионы наших отцов. В завершение патриотической акции ее участники возложили цветы к мемориальному камню.